Не могли бы вы рассказать что-нибудь о бессоннице? Уже шесть лет я страдаю от бессонницы. Что вы мне можете посоветовать? Бессонница может возникать по разным причинам. Есть люди, у которых хороший сон, но они об этом не знают. Есть люди, которые не могут заснуть, потому что их тело уже получило достаточно сна, но они думают, что тело нужно больше. Они просто накручивают себя. Я встречал очень много людей, которые думали, что они спят недостаточно, потому что медицина говорит, что обязательно нужно спать по 8 часов. А они спали по 4 часа. Они здоровы, у них все нормально. Если вы здоровы, если высыпаетесь и при этом спите по 3-4 часа в день, в этом нет ничего плохого. Хорошо быть в таком состоянии. Есть люди, которые не могут спать из-за своего психологического состояния. Есть люди, которые не могут спать из-за заболеваний на клеточном или генетическом уровне. Только последний случай трудно излечим. Но это не про вас. Ваши гены здесь ни при чем. Если же клетки вашего тела не позволяют вам спать, то причин может быть много. Так что, если вы не можете заснуть, я думаю, что вам нужно начать работать в нашем саду. Каждый день по 10 часов вы будете работать на свежем воздухе. Тогда вы точно заснете. Если это не поможет, есть способ проще. Если вы инициированы в медитацию шунья, практика шамбови должна помочь. Большинству людей шамбови помогает. Если вы инициированы в медитацию шунья, вы увидите, что она устранит нарушение сна, если они есть. Ты выглядишь счастливой и радостной. И если ты счастлива без сна, то это прекрасно потому что сон — это смерть. Каждый день люди умирают на 4, 6, 8 часов. Каков ваш выбор? Меньше смерти или больше смерти каждый день? Меньше смерти — лучше, не так ли? Только если это вызывает проблемы со здоровьем, когда это беспокоит вас. Если голова у вас гудит так же, когда вы на работе, если ваш механизм работает не лучшим образом, сон ⁇ это как смазочная система для вашего тела. Недостаточный сон приводит к появлению трения внутри вас. Внутри вас все становится беспокойным. Если появилось трение, есть способы с этим справиться. Первое. У нас есть бассейн Чандракунд. Заходите в него на 15-20 минут ежедневно, и вы увидите, что ваше тело охладится, оно станет хорошо смазанным, и вы заметите, что трение в вашем теле и уме исчезнет. Если трение пропадает, тогда то, сколько часов в день вы спите, перестает иметь значение. Не все люди должны спать одинаковое количество времени. Это неправильное представление. У разных людей разные потребности сна. И Одна из задач йоги состоит в том, чтобы уменьшить количество сна. Потому что во сне вы упускаете жизнь, не так ли? Люди говорят, мне нравится спать. Никому не может нравиться спать. Вам нравится расслабление, которое вам дарит сон. Вы не можете наслаждаться сном, потому что во сне и вы, и мир пропадаете, если вы спите по-настоящему. Рано утром в 5.30 вы притворяетесь, что спите. Это может быть удовольствием, это я быть понимаю. Это. Звенит будильник, а вы притворяетесь, что спите. Это приятно. Я не могу это отрицать. Но когда вы спите по-настоящему, вы не осознаете этого. Вы даже не присутствуете. Мы не можем наслаждаться сном. Но результат сна ⁇ это то, что нам нравится. Мы наслаждаемся тем, что сон делает с нами в плане расслабления, отдыха, восстановления системы. Так что если вы на самом деле хорошо восстанавливаетесь, то может быть время, необходимое вам для сна, сильно сократится. Это один аспект. Мне кажется, однажды меня спрашивали про шишковидное тело. Если выделение гормона шишковидного тела увеличивается, в Индии обычно это называют амрута или эликсир жизни. Если начинает выделяться амрута, одним из проявлений будет сокращение сна, потому что сон — это смерть. Если в какой-то день она будет вырабатываться очень сильно, вы вообще не сможете спать. Это нормально. Если вам нужно знать, по какой причине вы спите или не спите, или спите недостаточно, то проверьте свое состояние утром. Если вы чувствуете себя прекрасно и вы активны в течение дня, не нужно думать о сне. Если вы можете жить без сна и чувствуете себя хорошо, в чем проблема? Хорошо, этого не произойдет прямо сейчас, но если так будет, в чем тогда проблема? Вы можете спать по 12 часов в день только если не знаете, как справляться с жизнью, не так ли? Это попытка избежать жизни. Если вы хотите спать подолгу без конкретной цели, то в какой-то степени это самоубийство. Если вам нужен отдых, и вы спите, это хорошо. Телу нужен отдых. Так что либо работа в саду, либо медитация шуни. Одно из этого вам поможет.